Сегодня всю ночь был ураганный ветер. Долго не могли уснуть, на крыше брякала моя конструкция. Все переживал за нее, как бы ее не оторвало. Ветер был вообще мощный, до 25 метров в секунду порывы. На улице все поздувало, штатив мой улетел, все вон ведра поздувало. Как-то горшки с цветами еще не сдуло. Палки даже все сдуло у меня там, вон лежат рядом. Такой ветер был. А в 3 часа ночи нас еще разбудил фильтр, что-то зашипел, сломался или что. Он шипел, пытался набрать воду из бачка, вот этой солью, ну промывался. А там почему-то воды нету, не набирается сюда вода. Сейчас вот выясняю у мастера, что случилось с фильтром. А зайцы туи тоже жрут? Кто-то с моей туей разделался. Такой ровный срез, и веточки рядом лежат. Но ничего, может, еще вырастет. Прямо около дома. Так. Ну-ка глубоко, да, стала? Да. Следующую копаем? Давай, показывай, где копать. Туч! Туч? Давай дальше чуть-чуть. Ты опять скажут, близко насадили. Давай дальше. Давай, 10 твоих шишков и копаем. Делай 10 шишков. Ну, тут рано копать еще. Давай здесь. Вот тут. Тут нормально? Тут? Тут копаем. Помогаешь? Что стоишь? Работай. Давайте ковш почистим. Там ковш, смотри, залип уже весь. Ничего не видит. Папа. Там что, червяк? Папа. Ты тут выкопал уже? Что такая маленькая яма? Давай глубже копай. Выкопали сегодня с Иваром уже штук 20 ям. Под сад. Только надо плодовые купить. С той стороны дома будет сад. 6 пока что. 7 ямок под фруктовые. Проект сад начинаем потихоньку. Не хватает на улице кресла-качалки. Сидеть, наблюдать за природой.
Я, кстати, поменял немного концепцию блога, вы, наверное, уже заметили. Сейчас не делаю и по рубрикам. Раньше как хотел снимать проект «Мастерская», снимаю видео только про мастерскую. Пруд снимаю только про пруд. Вот. Сад снимаю только про сад. Сейчас сложно стало. Ходишь, делаешь то. Не получается разделять видео, поэтому сейчас будет просто идти таким порядковым влогом. Да и так для постоянной аудитории, наверное, лучше смотреть просто целую такую длинную историю. А, сына, сломаешь сейчас деревья. Смотри, у тебя шланг-то там загнулся. Ивар, сзади смотри, шланг за деревья зацепился. Вот кто деревья-то ломает у меня. Ходит, поливает. Смотрите, у нас как в Азии. По ночам гекконы вылазят. Сегодня, короче, тут приговорил гадюку. Приехал как раз Денис. Вот некогда было снимать. Это по фильтрам. Вот. Выхожу тут. Мы как раз с Иваром ходили садить эти туйки там по валу. Я, Денис приехал, я тут хожу как раз, иду и смотрю, у меня прямо вот здесь вот на стену гадюка огромная залазит, наверное, 60 сантиметров, такая 70. Вот, пришлось ее это устранить. Офигеть, прям сюда первый раз за этот год видел гадюку, и она прям вот тут была около дома. Геккончики, вон они. Ну, не геккончики, это ящерки у нас. А в Азии это геккончики такие же гоняют. Забрал вчера уже поздно вечером ягоды. Тут малина и ежевика. Должно быть 12 сортов малины и 3 сорта ежевики. Вот ежевика Black Jam, малина сказка, ежевика Бжезия. В общем, сейчас буду разбирать все. И надо сегодня все это высадить. Тут какие-то ранние сорта малины, какие-то поздние, средние, ремонтанные. Ой, один корень что-то у меня не в воде получился. Вот. Сейчас это все надо на место, чтобы в следующем году уже, может быть, малина будет. В этом году не получилось, может, в следующем будет. Высадил всю малину, но начался дождь, такой ветер сильный, порывистый. Кое-как досадил. Сейчас мы собираемся в город, поэтому в следующем видео, в следующий раз расскажу. Я скинул в телеграм-канал все сорта, которые взял, все цены на них. Вот, можете в телеграм-канале посмотреть. Все, собрались, поехали домой. В следующий раз приедем, наверное, будем делать фундамент. И по дороге еще заедем, купим фруктовые деревья. Надо сад уже посадить 100% в этом году. Вот, и это все потом еще досадим, если не сильно будет морозно. Завтра обещают вообще 20 градусов. 20. Какое сегодня? 20 ноября. 20 градусов будет. Все, мы поехали. Всем пока. Скоро увидимся.